Бля, я давно такого не видел. Не товарищ Ким сделал просто Всем привет, вы на канале Пока Живарим, это воскресное обзорище. Сегодня у нас... Ну, скажу прямо, no name, потому что я эту доставку не знаю, никогда не слышал. Они мне попались в агрегаторе, называется 2U, ну, как бы 2U. Как бы типа для тебя, 2U, если с английского перевести, будет, наверное, так примерно. Основная направленность, как я понял, у них суши, но они также делают еще и пиццу, и всякие там у них салатики тоже есть. В общем, я заказал, мы ждем, полтора часа должны достать. И уже, кстати, перезвонили. Очень приятный администратор, ну или колл-центр, я не знаю, кто у них там обзванивает. Вот, во-первых, перепроверили заказ, и на этот раз оказалось полезно, что они мне перечисляли весь заказ, потому что они сказали, острая лапша вок вы заказали, я такой, не, вроде острую не заказывал. И вот скорректировали мы заказ, мне предложили соусы на выбор, это очень приятно, то есть, ну, заботливо, приятно, культурно, аккуратненько со мной поговорили, это клево. Оплачивать будем наликом, надеемся, что сдачу они нам подготовят, ждем. Пока мы ждем доставку, для вас информация. Быстренько, ребята, розыгрыш таких клевых ножей от компании Самура и Пока Шиварим. Очень простые условия, максимально простые. Розыгрыш мы будем проводить в моем инстаграме, ссылка на который в описании. Более того, на непосредственный пост о розыгрыше этих ножей тоже будет в описании ссылочка. Условия простые, вы должны быть подписаны на мой инстаграм, вы должны быть подписаны на два инстаграма Самуры, на российский и международный инстаграм Самуры. Вы должны пролайкать три последние фотографии в каждом аккаунте. И под постом о розыгрыше этих ножей, это серия «Гольф», клевая серия «Гольф» с очень такими ухватистыми ручечками, естественно, острой сталью, как без этого. Вы отмечаете трех своих друзей и участвуете в конкурсе. Итоги я подведу в ближайшую среду в сторис, в прямом эфире, точнее, инстаграм своего. Так что переходите, читайте еще раз условия, соблюдайте их. И вы, может быть, станете обладателем вот такого вот кайфового подарочка Самура Гольф. Ну а для тех, кто вдруг не выиграет, а такое, естественно, случится, вы всегда можете приобрести ножи на сайте samura.ru, любые, такие, другие. И всегда будет скидочка от Пока Шиварим. Вбивайте промокод, и будет вам ништяк. Все. Ну а мы пока ждем доставку. Итак, обещали довезти они в 12.30, привезли в 12.15, пораньше. Вот такая, значит, так все сформулировано, доставка. Обычная белая коробочка, пакетик, внутри еще пакетик. Тут пакетик с крафтовой бумаги и еще какой-то пакет. То есть абсолютный ноунейм. Здесь товарный чек. Адрес я оторвал, причем я обратил внимание, что внизу написано «La Fucina» и «2U». Смотри, то есть у них еще есть... Какой-то, видимо, кафе «La Fucina» и типа того. И дали чек. ИП Ким Александр Викторович. Александр Викторович, не обижайтесь, если что. Буду говорить все как есть. Так, что у нас там? Морс. Очень холодный, кстати говоря, морс. Давай в доказательство бахнем. Сколько там? 10. 10 градусов. О, видишь, кайф. Так, салатик Цезарь, кстати, весьма недурно выглядящий. Здесь у нас роллы. Роллы все вместе. Ну, как так вообще делается-то, да? И здесь еще роллы тоже все вместе. То есть они сложили, как бог на душу положит, в обычные пластиковые боксы. А что же вот здесь, интересно? А здесь у нас комплектация. Целый пакет с комплектацией. И еще одна палочка. Ну что ж, в целом не дурно. Смотри, соевый соус 4 штуки. Имбирь 4 штуки. Васаби тоже 4 штуки. Я попросил на 4 персоны. И мне, в общем-то, они все выполнили. Салфеток. Ну, не для короля салфеток. Но, в принципе, мне норм. Давай посмотрим... Что у нас с горячим? Кстати, они разделили горячее вот в этом пакете. Вот, Дим, покажи.
Вот в этом пакете тоже что-то теплое. Так, пицца 4 сыра. Остывшая пицца 4 сыра. С волдырями мы уже видим, но сейчас попробуем. Тесто, кстати, не самое дурное, что я видел в своей жизни. Сейчас будем пробовать и с нее, наверное, начнем. А что же в этом загадочном пакете? Тут, наверное, как раз вок, который мы с ними... Интересно, поменяли они мне соус? Но я надеюсь, что утром внимательность максимальная, и соус они мне таки поменяли. А, тут горячий ролл темпурный. Он действительно такой довольно теплый. Гораздо теплее, чем пицца. И здесь лапша вок. 50 градусов. В принципе, довольно достойно. Итак, пицца. Нет, надо, наверное, взвесить, потому что мне скажут, ты же обзорщик, блин. Взвесить надо, конечно. Нет, если нет веса, можно и не взвешивать. Если нет веса, а вес не указан, есть только сантиметры, то взвешивать нет смысла. По большому счету, может быть, я с тобой и согласен, потому что, ну, тут видно, что тут ничего такого фантастического, как пицца и пицца, блин. Будет она 400 граммов или 450, что из этого, да? Ну, то есть разницы действительно нет, я согласен. А вы напишите в комментах, надо взвешивать в таких ситуациях или нет. 4 сыра сделано очень плохо, потому что пузыри. Плюс тесто, оно лучше, чем как бы пирожковое. Тут что-то даже они попытались сделать. Смотри, какие-то вот эти вот подгарочки печевые такие, как будто бы, правда, они пытались в печке приготовить, а не в духовке. Вот, что касается начинки, внизу вообще подгорело, зашибись. Что касается начинки, то ее немного, потому что много начинки класть зачем? Это невыгодно товарищу Киму, да? Товарищу Киму, я такой, черт, у меня сейчас ощущение, что какой-нибудь Ким Чен Ын выйдет. Товарищ Ким, извините. Не, это, короче говоря, начинки мало. Ну ладно, давай попробуем, что. 550 рублей. Кстати, цена нифиговая такая. Фирменное тесто. Томатный соус. Сыр, моцарелла. Сиртаки. Кстати, где сиртаки? Тут абсолютно отчетливо видно сыр с голубой плесенью. Желтенький, типа чеддера. Моцарелла белая. И как бы все. То есть, походу, делают тут вообще 3 сыра. Потому что сыр сиртаки, это вот... Ну, вы знаете, он такой... Типа брынзы. Сыр с голубой плесенью. Мне кажется, они просто заменили сыр, потому что тут еще написан пармезан, и, возможно, где-то здесь и есть пармезан. А сиртаки они заменили на вот этот оранжевый сыр а-ля чеддер. Мне кажется, это не очень правильно, то есть, если вы заявляете в описании такие сыры, они должны быть такие. У них даже вот на картинке у них пицца выглядит довольно наполненной. На недостатки по начинке я должен отметить, что тесто, кстати, довольно вкусное. Оно не талонное, как я люблю, но оно вкусное тесто. Оно и солененькое, так как надо, и очень хорошо. Нет, тесто сделано неплохо. Вот, но начинки очень жлобски мало. В общем, я этой пицце 4 сыра, я ее в утиль не отправлю, то есть ее, в принципе, можно доесть. Она чуть лучше, чем какая-нибудь сырная фокаччо, но я больше, чем 3 балла, как бы, ну, типа, удовлетворительно поставить не могу. Вот. В общем, пойдет. Что у нас еще из горячего? Давай глянем-ка лапшу, которую мне любезно предложили поменять соус. Точнее, я попросил, а они не отказали. 390 рублей, да, острый вок с курицей я изначально выбрал. Лапша на выбор, предлагали пшеничную, гречневую, рисовую. Точнее, девушка, когда мне позвонила, она сказала, вам пшеничная подойдет. То есть, мне не предлагали там выбрать какую-то другую. Я подозреваю, что, может быть, их и не было. Острый вок с курицей тоже одна штука. 390 рублей, 324 грамма весит. Но это, честно говоря, за гранью. Потому что вок это... Чтобы вы понимали, вот в этих во всех доставках вок это один из самых дешевых продуктов вообще. В приготовлении. Потому что тут практически все ничего не стоит. Морковка ничего не стоит, перцы чуть-чуть стоят, куриная грудка, может быть, да, и лапша. Вот основной объем это лапша, и она не стоит ничего совершенно. Вот. Ну, точнее, дешево она стоит, и продавать вок за 390 рублей, это серьезно, это за гранью просто. Ну, тем более вок вот с таким количеством мяса. Тут мясо просто кот наплакал, это курица,
Здесь, дай бог, какая-нибудь четвертая часть куриной грудки нарезана нам. Не более того. Причем болгарский перец, ласточка, дешевый вот этот по акции. Сезонный, понимаешь? Морковка вообще, походу, корейская, уже замаринованная. Вот. Ну, то есть, мало мяса, дешевая лапша, дешевый перец, морковка, может быть, и не по-корейски, ну, не важно, все равно дешевый продукт. И все это стоит 390 рублей. Я вот этого не очень понимаю. То есть, ну, 550 рублей пицца, 4 сыра, ну, ладно, как бы. В Папа Джонс гораздо дороже, но она и вкуснее там 100 раз будет. Или где-нибудь там, в Додо пицца. Слушай, ну, вок это реально за гранью. Че они... Насчет соуса-то. Мы договорились кисло-сладкий соус добавить. Они мне были готовы добавить и сливочный. Девушка предлагала. Кстати, девушке респект. Вообще, девушка молодец. Она очень хорошо общается с клиентами. Замороженная куриная грудка, которая нарезана кубиками и брошена сразу же жарится. В хлам. В хлам сухая грудка. Ну, такое. То есть, и причем... Это проблема резкого перепада температуры. То есть, в принципе, замороженная грудка, окей, ты ее разморозь, дефростируй. Либо в дефростраторе, либо просто тупо в холодильнике, вот, ну, на день, да? И на следующий день используй. Нет, они взяли, нарезали кубиками замороженную и кинули. Я отвечаю, это так. То есть, я могу ошибаться, но, скорее всего, это так. Потому что слишком ровные кубики и слишком сухая курица. Ну, за такие деньги, честно, это просто кидалово, это дрянь. И за 400 рублей я хочу получить продукт хотя бы с хорошо приготовленной куриной грудкой. Хорошо приготовленной куриной грудкой. Вот здесь лапша нормально сварена, а куриная грудка приготовлена отстойно. Вот если бы она была нормально приготовлена, то все равно бы это не стоило бы 390 рублей. Ну, воки, ну это капец, ребят. Ну, 300 рублей там, типа, вок. Вон, в этом мы были в ресторане Нгонг. 350, по-моему, там стоил. 350 рублей вок. Ну, блин, там много, во-первых. Во-вторых, там нормально приготовлено, соус какой-то интересный. А здесь, ну, какой-то унылый эгэ, честно говоря. Не, я не ожидал от этой доставки, что это будет что-то такое клевое. Я вот смотрю на роллы, и там у меня уже просто... Ну, честно, я... Многое из того, что я сейчас вижу, я не видел уже 100 лет, серьезно, со времен куринок и суши рядом. Мы обсудим роллы, так что ждите, ребята, не переключай. Далеко ходить не будем. Давай, ну давай вот сразу начнем. Вот ролл темпора, в принципе, к нему, как правило, меньше всего вопросов. Помимо того, что он стрёмно выглядит, больше к нему никаких вопросов нет. Ролл темпора. Вот ролл темпора как должен выглядеть вот вживую, смотри, да? С хорошим маслом, смотри, видишь, он такой вот... симпатичный, такой желтенький. И как он выглядит, когда его готовить нихера не умеет или использует старое масло, блин. Вот так вот он выглядит, вот просто как подгорелая дрянь. Он причем с креветками заявляется. Весит ли он 230 граммов, посмотрим, потому что у нас это первый вес, который за сегодня есть. Он весит 235 с коробочкой. Да почему нет, в принципе, неплохо. Давай-ка мы посмотрим, что там внутри, потому что заявляется креветка, заявляется сливочный сыр, нори, сухарики, это мы и так видим. Ну, давай посмотрим. Раз, два, малюсенькая креветка. Ее даже не видно за рисом, она на срезе размером с рис, понимаешь? Во, вот здесь уже пузико потолще. Тут уже видно, что какая-то креветка там присутствует. Давай я ее достану, чтобы посмотреть. Ну, вот тоже она, видишь, она вся разваливается. То есть, это дико перемороженный продукт, возможно, неоднократно. Подмакнул. Он еще даже, кстати, возможно, будет хрустеть. Ровно этим и занялся он. Моя хрустящая. Короче, темпура, какая бы она ни была, она всегда примерно один и тот же вкус. У всех практически доставок. Вот, поэтому эта темпура, которая стоит, в общем, 385 рублей, вы получаете обычную темпуру, которая везде по вкусу. Это не хорошо, не плохо. Для любителей темпуры это сойдет. Вы почувствуете, как всегда, там, похрустеть, вкус сухарика, всякое такое, но вы гарантированно не почувствуете вкус, например, креветки.
Вот. Ну, не знаю, мне кажется, для такого уровня продукта, вот, который я здесь, в принципе, сейчас вижу уже, цены сильно завышены. Цены сильно завышены. Что с соевым соусом у них? Они покупают готовый. Ну, кстати, вот этот неплохой. Подожди, это что? Вики делает производство. Делают в Москве. Неплохой соус для макания. Прям такой русифицированный. Он не очень ядреный. И нормально подойдет. И по вкусу хороший. Слушай, нормально. Вот это пойдет. Вот это пойдет. Ну, слушай, ну дальше у нас начинается просто ад. Вот я не могу. У меня передо мной стоят вот эти две коробки. И то, что я вижу, я давно такого не видел. Значит, во-первых, ну давай прям по пунктам. Мы сейчас взвесим, конечно, все проверим. Давай по пунктам начнем. Вот эта вот штука с шапочкой. Это майонезная шапочка, соус типа спайси. Какого хера она такая? Вот, видишь, вот она плоская. Она как бы растеклась. Я объясню. Это очень просто. Если ты нормальная сушильня, и ты как бы делаешь нормальный продукт, то для вот этого соуса и для любого другого соуса, в том числе спайси, ты будешь использовать хороший майонез. Хороший майонез — это не тот, который в магазинах продается, хотя он тоже нормальный для домашних целей. 67% жирности. Хороший майонез для производства шапочек, чтобы они держались, это майонез, жирный майонез, наподобие Hellmann's, у которого там под 90% жирность, он из-за этого очень плотный. Ну и помимо всего он вкусный. Жирный мазик, вкусный мазик. С днем святого мазика всех. Они используют просто, ну типа, берут майонез там, вот 67%, какая-нибудь красная цена или каждый день, понимаешь, и пытаются делать с ним соусы. Естественно, эти соусы будут вот это вот как жидкое говно такое, понимаешь, как какая-то продресь непонятная. И вот здесь вот спайси, смотри, суши лежат рядышком, да, вот спайси и вот спайси. Тоже нахрен растекшийся соус. Ребят, ну красавчики, то есть вы как бы брать за спайси суши вы можете с мясом краба, между прочим, сейчас проверим. Вот, суши острый краб, 95 рублей вы берете. Делаете маленький спайси с говеным дешевым майонезом. Ну красавчики вообще. Товарищ Ким, извините, что за х**ня вообще? Я уже не говорю про философские вопросы наподобие аккуратно свернутого ролла Аляска. Вот это вот, что вот это вот такое, вот здесь вот навалено, что это такое? Разобранные крабовые палочки, и здесь вот пол огурца, смотри, то есть они один ролл обернули огурцом, как-то нарезали, слава богу, слайсером, а на второй они огурца пожалели, понимаешь, видимо, новый огурец надо было начинать. Про качество лосося я не говорю, поговорим чуть позже. Но в целом это, ребят, за гранью вообще. Видит Бог, я пытался посчитать, как бы суммировать вот граммы, чтобы взвесить все это вместе. А по факту, что я имею, то, что информация о граммах есть примерно на половине роллов. То есть, например, ролл дракон у нас просто одна штука, блин. Ну, то есть, просто одна штука, понимаешь? Канад, ну, чтобы вы понимали, вес тут маленькие, обычные вот эти вот мизерные роллы. Потому что там Аляска 237 граммов, понимаешь, вот суши лосось у них вообще веса нет, ну и всякое такое. Поэтому, серьезно, я считаю недостойным эти роллы даже взвешивать, что видно, что они никакие. Давай будем просто, блин, эту дрянь пробовать, я не знаю. Я называю это дрянью заведомым, потому что я вижу, как мне сделали. Мне товарищ Ким сделал просто на***ись. Я уже давно такого не встречал. Я думал, времена куринок, суши рядом, они как-то постепенно уходят. Нет, у нас есть еще товарищ Ким. Ну вот, возвращаясь к той же Аляске, например, да, вот, ладно, говняный лосось, хер бы с ним там. Пускай говняный лосось, тут можно, правда, в описании писать, говняный лосось у нас. Огурец, ладно, хрен бы с ним. На одном ролле, кстати, я прикопался, а у них на фотке тоже на одном ролле. Уголь на одном ролле. Но креветка где? У них на фотографии написано, что как минимум два кусочка покрыты креветкой. Вот это креветка или что? Или вот это вот здесь вот невидимая креветка? Какого хрена вот в таком виде? А не в таком вот виде, вот в таком вот виде. Давай мы посмотрим, ладно, хорошо. Может быть там как-то по-другому повар принял решение креветку, например, внутрь положить, да?
10 раз там повар принял какое-то решение. Внутри авокадо. Вот он ролл. Вот целая гора крабовых палочек, блин. Ну, от души вообще. Круто. Отвратительно свернутый, неаккуратный. Улиточка. Тут какой-то треугольник. Тут опять какая-то новая геометрическая фигура, понимаешь? То есть как мне к этому относиться? И с меня за это взяли 385 рублей. За это с меня, вот за это вот говнище с меня взяли 380 рублей. Я настолько себя не уважаю, но уважаю вас, что я буду пробовать, да, то, что мне вот впарили. Ну, работа у меня такая. Буду пробовать. Я совершенно не хочу. Ну, не знаю, я вот сейчас с угрём кусочек съел. В принципе, авокадо нормальный. Никакой он не горчит, не жесткий, не хрустит. Нормальный авокадо. И угорек с соусом унаги, в принципе, ну, ничего. И кунжутик похрустывает. Ну, это вообще никоим образом не оправдывает. То есть, я просто говорю, что это, в принципе, можно съесть. Ну, назовите, ну, хотя бы как суши рядом там. Пусть не сразу, но, по крайней мере, по телефону. Говорит, мы дисконт доставка, поэтому мы делаем говно за дешево. У вас по 300 заказов в день, да вы что? Ну, да, у нас дисконт. А, ну ладно. Хотя бы так. Ну, эти-то делают, блин, говно за дорого. Ну, сто лет я такого не видел, честное слово, блин. Оно существует, понимаешь? Вот, кожа угря, вот она прям свалилась, осталась, понимаешь? Кожа угря, вот нормальный сушильник, вот такую штуку срезают. У товарища Кима все осталось. To you, to me, блин. Fuck you! Просто днище. Ну, давай ради прикола найдем, попробуем суши с крабом, да? Потому что у них в описании написано краб. У нас здесь две сушки спайси. Это вот спайси креветка, и мы видим, что тут креветка. Спасибо и за это. А это стоит дороже, чем креветка на 5 рублей. И называется мясо краба. С мясом краба. Ну, давайте так. Напишите в комментариях свое мнение. Вот это вот мясо краба или это крабовая палочка. И мы сравним просто вот ваши ощущения с моими ощущениями от поедания вот этого спайси. Сделанным, напомню, с говёным майонезом. Пишите, пишите. Вот это тоже краб был, кстати. Феноменальная дрянь. У нас сейчас тарелка разбилась. Дима себе повредил руку. А я повредил себе палец еще утром. Дверью пришиб. И вот сейчас вот два калеки как-то должны снимать этот обзор. Дим, я открыть не смогу этот морс. У меня потому что не зажимается. У тебя получится это сделать? Помоги, брата. Спасибо тебе от души. Дима Плагиатор, ссылка в описании будет на его канал. Переходите, подписывайтесь. Дима делает интересные ролики у себя на канале. Простые рецепты, домашние против покупного, или даже как простые. Да, простые рецепты, еще есть у него максимально ничего не стоящие рецепты. Например, как у тебя чай ты делал из ничего, да? Чаек из ничего, так что ссылка на Дим в описании, и вот здесь вот тоже появится. Вот я контрастирую, понимаешь, говорю о хорошем, да, контрастируя с тем, что до этого попробовал. Они купили самый дешевый майонез, они купили самый дешевый соус ширирача или аналог его, все это замесили и подали под, ну, под названием спайси гункан. Облепиховый морс, кстати, ой, морсик вкусный довольно, одобряю. А сколько у них морс? 115 рублей. Ну, тоже так не дураки взять, да? Нормально? Нормальная цена? Нормально. Ну, ладно, ну давай что-нибудь еще, чисто ради прикола. Я вот хотел бы вернуться еще к огурцу. Давай посмотрим огурец, которым был обернут шикарный наш ролл. Огурец какой-то, видишь, вот онкологии. Они вот срезали мне. Вот, видишь, с какими-то пятнами, блин, внутри. Вот такой вот, вот офигенный огурец они мне срезали. Спасибо, ребят. Не, серьезно, товарищ Ким, спасибо за наше счастливое детство. Я не знаю, что бы в Северной Корее сделали вот с однофамильцем вождя, который вот так вот делает. Он бы там не смог бы так делать, правда. Там вообще никак бы не смог делать. Ну, в трудовые лагеря бы, наверное, отправили. Ну ладно, у нас тут есть шедевр. Ролл Дракон называется. Ролл Дракон реально крутая штука.
Потому что, ну, в вашем понимании, ролл дракон — это что? Это ролл, где там спинка угря лежит, такой красивый ролл дракон, да? Иногда он попроще, иногда он очень навороченный, как в некоторых заведениях. Вот. А у них ролл дракон — это вот. Вот, ролл дракон. Ну, то есть, вот он в стружке, понимаешь? Стружка тунца, угорь внутри. Я думаю, что тут опять не стоит рассуждать на тему того, как это свернуто. То есть вот такую геометрическую фигуру придать, это еще надо постараться. Ну ты посмотри, ну это шедевр, Дим. Вот ты первый раз, когда не делал роллы, наверное, у тебя аккуратнее получится. То есть этих ребят специально учат делать какие-то, видать, это иероглифы, что ли, я не знаю. Как они это делают? Как вот так вот можно свернуть ролл? Ну, с другой стороны, как бы у нас нет там точного описания в стране, законом не принято, что Канада, он там, дракон должен выглядеть именно так. Но это их видение дракона. Ладно, давай посмотрим, что они сделали. Офигенно, стружка тунца. Привкус консервированного тунца сразу пошел. Я не люблю этот привкус. Но рис, кстати, у них сварен неплохо. То есть рисоварка у них справляется нормально с рисом. Вот, ролл невкусный. Для меня он абсолютно невкусный. Я не думаю, что здесь вообще у меня будут какие-либо восторги. Ну, посмотрим еще что-нибудь. Ну, чисто так, для прикола. Вот здесь два, в принципе, идентичных внешних ролла, но один из них должен быть Филадельфия, а второй должен быть Канада. То есть Филадельфия с угрем и ролл Канада. Разница в том, что в Канаде должен быть внутри лосось. Давай, вот один мы ролл достали, и вот второй ролл мы достали. Ну, ладно, сошлемся на то, что у меня, я рукожоп, и я так достаю роллы, бог с ним. Вот это Канада, потому что там лосось, а это Филадельфия, Филадельфия с угрём. И спасибо большое, что у нас очередной кусок кожи лосося положен. Слушай, ну это пи***, ну я не знаю, как к этому относиться, то есть я, ну, это за гранью просто, просто за гранью. Что внутри за паштет лососевый? Я с лососем не буду пробовать Канаду. Попробуй Филадельфию. Мне кажется, с этой доставкой уже все понятно. Тем не менее, мы закончим этот обзор. Мы на одной тарелке делаем, потому что мы сегодня боимся доставать еще одну тарелку. Хрен знает, что случится. Вот еще один шедевральный ролл. Знаешь, как он называется? Он называется ролл с дешевым мазиком, но а у них он называется ролл фьюжн. Нори, майонез, снежный краб, авокадо, рис, суши. Понимаешь, это ролл фьюжн. Вот он, этот мазик, кстати. Ну смотри, вот видишь, мазик как мажется. Дешманский, он не плотный абсолютно. Немножко крабовых палочек накинуто. Ну и с другой стороны, давай посмотрим. С другой стороны у нас вот, вот такое вот великолепие авокадо. И все, тут авокадо. Стоит такой ролл ни много ни мало 245 рублей. Овощичка, дешевый мазик и крабовые палочки. На этот раз авокадо жесткий. Кстати, нормальный ролльчик. Вот объективно, если не бомбить, очень адекватный ролл. И, во-первых, тут все сходится, тут действительно мазик, тут крабовые палочки и авокадо. Рис и нори. И все это есть, пусть самое дешманское, но это нормально. По вкусу он такой адекватный. И бояться тут нечего. Авокадо не горчит, но жестковат. Какой шедевр есть у нас еще? Соус спайси, помидор, снежный краб, масага. Вот этот шедевр за 209 рублей. Очень недорого, кстати. Вот этот шедевр. Называется ролл запеченный Киотто. Вот, в составе у нас, ну, вот этот растекшийся спайси. Видите, и тут как попка какая-то образовалась. Внутри помидор, крабовые палочки, огурец. В принципе, все честно. Соус для запекания. То есть они этот соус еще и пытались запекать, серьезно? Какой-то неплохой помидор используют. Я почувствовал вкус помидора. За это ребятам спасибо. И на этом все. Спасибо за помидор. Товарищ Ким, спасибо за помидоры, наше счастливое детство. Но я не знаю, как к этому относиться. Вот соус для запекания, ладно, про спайси рассказал. Соус для запекания в сушильнях — это что? Это майонез. Это икра масага. Крашеная мойва, другими словами.
Почти везде он такой же. Ну, где, иногда там соусы бывают там сырные, еще сыр добавляют какой-нибудь. Ну, по большому счету, все. Вот они соусы. Но тут опять они использовали говняный майонез. Поэтому это не соус, это какая-то лепешка получилась. И огурцы они толстокожие используют. То есть мы обычно у себя в суши используем такие, знаешь, длинные огурцы, они клевые. Они, во-первых, хрустящие, и у них мало кожуры получается на срезах. Хотя кожура тоже должна быть, она хрустит. Здесь нормальные огурцы, как бы я не прикапываюсь. Но они такие жестковатые немножко. Но это такое, это типа дополнительно, просто дополнительное замечание к тому, что в целом это редкостная дрянь, вот то, что мы сейчас едим. Я не знаю, что сказать. У нас вот еще есть Калифорния, которая входила в сет, между прочим, сет-дуэт называется, 600 рублей он стоит, ни хреново так, да? Там была вот эта вот Филадельфия с угрём и Калифорния. Калифорния с крабом. Ну, естественно, он с крабом. Ну, что, ну, если спайси с крабом, то как может быть Калифорния без краба? Давай попробуем, блин, я так люблю краба камчатского классного. Какой классный, вкусный краб, а? Реально обалденный краб. Что, я мужик троллю. Я вот серьезно, честно говоря, хорошие крабовые палочки, они правда похожи на краба. То есть краба... И я вот так вот, когда там много всего накручено, и огурец, и все, куча вкуса, там особо не определишь, краб у тебя или крабовая палочка. Очень пограничные вкусовые ощущения. Равно как и креветка, она тоже туда же относится. То есть когда вот много всего замешано, ты толком и не определишь, есть ли там краб. Ну, слушай, ну здесь, ну явно, ну не краб это, ну ёмана. Ну не краб, ну да, я его буду сейчас отдельно пробовать. Каждый раз вот такая дилемма, ну какой это краб, ну ёп. Ну какой это краб, блин, не краб. Крабовая палка, вот ровно такая же, которая была в самом начале у нас, с роллом Аляска. Это феноменально, слушай, это феноменально, Я серьезно, я как раз вот, вы меня спрашиваете, там, типа, что я там конкурентов топлю, еще что-то, да, когда вот что-то критикую, суши-роллы. Не, ребята, я не конкурентов топлю, я за конкурентов всеми руками всегда говорю. Ребят, покупайте вкусные суши, покупайте Мариман, покупайте Достоевский, там, если окей у них все до сих пор. Покупайте, что еще у нас есть, суши-стор, Excel-меню покупайте. Какие у нас еще там? Блюфин, скорее всего, покупайте. Когда-нибудь на него тоже обзор снимем. Доберемся. Что еще? Ниндзя суши, да. Ну, в общем, я только за, ребят, пожалуйста. Пожалуйста, берите у любого конкурента. Не покупайте у нас там вот суши, не надо вообще. Идите к любому конкуренту и ешьте, но только покупайте хорошие. Вот я против этой дряни. Я не хочу, чтобы вот это вот вообще где-либо, за сколько бы ты ни было рублей продавалось. Хотя эти ребята вообще ни хера не стесняются денег брать. Ты же понимаешь, у них нормальные абсолютные цены такие вот, ну, как выше говняных доставок, которые смирились с тем, что у них все плохо, и они как бы хоть цены делают более-менее там адекватные, я не знаю, ну, может, там студент поест какой-нибудь ролл. Ну, с тем же угрём, например, хотя тоже, опять-таки, да, угорь. Вы можете покупать угря, действительно, качественного, дорогого, хорошего угря, а вам могут подсунуть сама, например, африканского, или какого там, южноамериканского. Разницы не поймешь, унаги соусом также все заливается, и все, по большому счету, копченый сом, он же, как он там называется, забыл слово, кларий, блин, не кляр, че, Дим, спасибо, кларий. Я просто пост недавно в инсте усуши на эту тему писал. И забыл слово кляр. Да, в общем, кларий. Это вид сама такой. Вот он тоже вкусный, в принципе, но он гораздо дешевле. Он гораздо хуже по структуре, чем угорь, как бы. И, наверное, я не могу отличить. Вот я здесь, наверное, все-таки угря они используют, хотя не факт. Вот. Сложновато отличить, они очень похожи, эти рыбы. Вот. Ну, а раз сложно отличить, тогда какого хрена, да? Вот. Просто сам факт, что это экономия на тебе, ты покупаешь с угрём, а получаешь как бы не с угрём вообще ни разу. Я против плохой еды, все, короче. Я за хорошую еду.
Причем ценой, да, я говорю, даже если бы это стоило дешевле. Вот я для себя оправдать плохую еду ценой не могу. Потому что это все равно продукты. Ну, то есть, это все равно рис. Это все равно какая бы ты там ни была, ну, рыба. Сейчас я вам лосося покажу, но вы и так все, наверное, понимаете. Это все равно угорь или сом, хрен бы с ним. Это авокадо, это огурцы. Это продукты, которые имеют право находиться в хорошем итоговом блюде. А это так же, как с машинами, понимаешь, да? Там из одного и того же металла можно Мерседес сделать, а можно Запорожец, да? То есть даже по большому счету, даже вот с этой рыбы, это вот чилийский лосось замороженный, видите, он на нем ни жирка, ничего нет. Ну вы видите, да? Вы видите, что не так с этим лососем? Ну, кашка, кашка. Причем кусочек нормально отрезанный, то есть не пожлобились на кусочек лосося. Ноль вкуса. Блин. Какой-то вкус вот металла, вот этот вот замороженный лосось почему-то начинает металлом отдавать. Короче, даже я говорю серьезно, даже такая рыба, то есть вот с таким лососем, ну, можно сделать нормальные роллы. Тем более за цену, за которую вы отдаете, ну, можно сделать нормальные роллы. Нормальные вкусные роллы. Я в ужасе, честно говоря. Ну, давай, я не знаю, салат Цезарь, у тебя есть какая-то вообще надежда на салат Цезарь? Он весьма симпатично смотрится, между прочим. Давай попробуем. Максимально обтекаемо, конечно, написано. В описании, естественно, нет веса никакого. Потому что у них вот... Ну, написано куриные грудки, пармезан, орех грецкий. Орех грецкий. Где грецкий орех? Гренки, листья салата, соус Цезарь. Ну, все как бы, да, то есть... Про помидоры не написано, но фотографии у них есть, например, помидоры черри. И здесь по факту они есть. Зато грецкого ореха нет. Понимаешь, вот так вот. Вот куриная грудка. На фотографии у них салат ромэн нарисован. Ну, из интернета они взяли фотку просто тупо. Здесь они айсберг нарубили. В описании оливок нет, вот здесь вот оливки есть. Просто квинтэссенция вот безобразия. Вот понимаешь, вот по салату Цезарь можно делать вывод, какая у них там жопа происходит вот в этой компании. To you. И у товарища Кима непосредственно. ИП товарищ Ким. Давай куриную грудку. Попробуем. А я понимаю, что это покупная куриная грудка. С паприкой. Нормально. Сухая куриная грудка с паприкой в салате Цезарь. Это сильно. Хрустящая гренка тоже с паприкой. Боже мой. Ну и давай все-таки салатик, да? Как бы салатик с соусом Цезарь. Соус Цезарь от Heinz. И на этом все, ребята. А соус Цезарь, салат Цезарь у них стоит 275 рублей. Ну, хорошо, хоть не 400. Феноменально говняная доставка. Вот прям, блин, я 100 лет таких не видел. Серьезно, последняя такая доставка, Дим, ну, вспомни, это были, даже, наверное, 101 ролл были как-то лучше. Блин, ну, то есть, вот, это совсем дно, ребят. Я не знаю, сейчас мы выставим оценки, но компании... И тем более, вот, я заказывал через Delivery, да, Club. Они у них на сайте. То есть, как вот такая штука может размещаться в агрегаторах? Я понимаю, что там покупные, наверное, отзывы какие-то там берутся. Но, по-моему, у них рейтинг там не сильно высокий. То есть, можно проанализировать плохие отзывы и закрыть нахрен. Как куринки закрыли, как вот суши рядом больше, по-моему, не существует. Давайте еще одну хорошую новость для этого рынка. Уберите вот эту дрень. Пусть они сами там как-то существуют. Через сайты купонов. Как угодно. Вот. Вместе, или лучше исчезает вместе. Ну, бизнес суши, он на самом деле довольно сложный. То есть он сложный и не очень выгодный по факту. Крайне важно, очень важно в этой теме это цеплять клиента. То есть чтобы клиент к тебе приходил раз, еще раз и так далее, и так далее. И каждый раз, чтобы был доволен. Блин, а если он недоволен, сделать так, чтобы он стал доволен. Это вот так вот работает. А как существуют компании, которые вот продали, я такую дрянь-то больше никогда в жизни не закажу.
и там 100 тысяч человек или 200, сколько этот там обзор посмотрит, никогда в жизни не закажут эту дрянь, понимаешь? Вот для чего вы работаете? Чтобы один раз продать вот эту хуйню? Для чего вообще-то столы на кухню покупать? Я не знаю, там, поставщиков напрягать, чтобы они вам вот это все привезли. Что за поставщик возит, блин, в ресторан японской кухни майонез 67% жирности? Вот это что за поставщик? Напишите мне. Короче, самое нормальное вот из того, что мы попробовали, это ролл темпура, адекватный, в принципе, пицца, более-менее там даже съедобный, и морс, блин. То есть все, вот это три блюда. А, и соевый соус, кстати, мне понравился. Пи***ц, блин, ставим оценки. 39 баллов. Как эта компания набрала вообще хоть сколько-то баллов, спросите вы меня? Ну, на самом деле, давайте как бы отдадим должное, что сервис у них, в принципе, нормальный. Они там отзваниваются, нормально общаются, салфетки прикладывают, комплектацию прикладывают, как бы все нормально. Поэтому за сервис я поставил 4. И по времени они, в принципе, обещали за 1.5 часа привезти, привезли за 1:15 раньше, чем обещали. И, соответственно, тоже нормально. И температура. Более-менее, что должно было быть теплым, то было теплым, кроме пиццы остывшей. Поэтому 3 балла. Цена я тоже поставил 3. Ну и, конечно же, вкус, качество, соответствие. Это все по нулям, потому что это еда не еда. Соответствие не соответствие, потому что, ну, это дичь реально там. Писать краба, добавлять крабовые палки. Мы уже, конечно, к этому все привыкли, но, товарищи коммерсы, ну вы охерели, честное слово. Хотя некоторые могут сказать, наверное, ну, в составе крабовых палочек иногда есть крабовое мясо. Это действительно так. Там миллиардная доля микрона, скорее всего, есть краба в некоторых крабовых палочках хороших, и в некоторых даже и побольше. Вот. Ну, тогда, если уж ты пишешь, ну, что у тебя там есть краб, ну, пиши, что у тебя там еще есть и треска, или там мясо белых рыб, ну, то есть весь состав крабовых палочек прописывай. Вот. Когда ты пишешь краба, значит, там должен быть только краб. В общем, за гранью. 39 баллов – это дно днищенское, это самый низ рейтинга, это добавляется ко всем, что я перечислял, куринки, которые не существуют, суши рядом, которые уже, слава богу, не существуют, и еще несколько компаний, которые, я надеюсь, тоже уже не существуют или скоро не будут существовать, равно как и это. Ну, возможно, товарищ Ким откроет еще какую-нибудь новую хуйню и будет продавать все это под новым брендом. Товарищ Ким, обращаюсь непосредственно вот к тебе, ИП, ты подумай просто над своей кармой, что ли. Мне кажется, в Корее это важный какой-то фактор, чтобы у тебя как бы хорошая карма была. Подумай там о детях, о поколениях, о совести. Не надо вот это все продавать. Бизнес бизнесом, но надо не забывать оставаться человеком. Делать хороший продукт людям. Даже из таких продуктов можно сделать нормальный продукт. Кроме майонеза. С таким майонезом сделать шапочку невозможно физически. Ладно, короче, ребят, всем пока, до следующего воскресенья. Ну, в смысле, еще мы увидим несколько роликов на неделе, естественно. Но обзор еще выходит по воскресеньям, это традиция. Участвуйте в конкурсе, ссылки в описании. Я должен был хоть чем-то хорошим завершить этот выпуск.